Медицинская сенсация в Ростове-на-Дону. У местной жительницы вырос 33-й зуб, и этот факт засвидетельствовали профессиональные стоматологи. Теперь врачи возят пациентку по мединститутам и устраивают консилиумы. А для самой женщины это настоящее испытание славой. Ведь она попала в такое же положение, как и герой Евгения Леонова из знаменитой советской комедии «33». О том, как выдуманная сценаристами история стала реальностью, Сергей Нехаев. Утром я встала, я просто почувствовала, что начинается что-то прорываться. Жительница Ростова Евгения Байкова утверждает, что одним усилием воли смогла заставить свой организм вырастить новый зуб. Говорит, в 28 лет ощущает себя ребенком, у которого впервые прорезаются коренные. Там процессы воспалительные такие были определенные, не очень приятные, но болел. Кандидат медицинских наук Михаил Орлов узнал о ростовском чуде от приятелей-врачей и тут же примчался из Ставрополя. Он уверен, на месте удаленного зуба просто не может появиться новый. С таким явлением доктор еще не сталкивался ни на практике, ни в научных трудах. Если будет возможность, посмотреть бы это через полгода. Бывает, что два зуба вырастают из одного корня, но здесь явно не тот случай. Это подтверждают и врачи стоматологической клиники, где периодически лечила зубы Евгения Байкова. Дантисты даже автограф у необычной пациентки просили. У нее был очень сильный кариес, верхняя пятерка. И лечить там уже практически нечего было. И поэтому мы решили удалить зуб. Операция успешно прошла, лунка зажила. А через год она приходит, доктор, у меня на месте зуба растет новый. Ну, конечно, сначала посмеялась, а потом сделали рентген, действительно. Растет новый зуб. Вот он. 33-й зуб – это какая-то мистика, говорят медики. Такое только в кино встречается. У меня аж 33 зуба, и еще это… Что еще? Непроверенное. Что непроверенное? Что я потомок марсиан. Сама Евгения уверяет, мистика и марсиане здесь ни при чем. Выросший зуб – следствие занятий эзотерическими практиками. Девушка посещает специальные курсы, на которых учат мобилизовывать собственный организм на полное восстановление. При этом у человека якобы открываются сверхспособности. Организатор курсов Наталья Золотарева утверждает, человек – это сложнейшая система с массой нераскрытых возможностей. Стоит лишь научиться контролировать свое тело, и оно само начнет творить невероятные вещи. В природе ящерица сама себе хвост отращивает. А известны многократные случаи, когда саламандра себе лапы отращивает. Если в природе это возможно, то почему человек этого не может?